ребяточки, всем привет, привет, на канале «Пиратская жизнь». Ну что, у нас сегодня длинный день такой, мы сегодня плавали, купались, устали. Вот я уже, видите, привела себя в порядок. Вроде привела, да. В общем, короче, у нас сегодня было без обеда, вот, поэтому мы очень сильно проголодались. В общем, пришли в свою любимую «Ромена Зава». Вот, хочу рамен. Да, есть на центральной улице, вы забички. В общем, короче, очень сильно проголодались и будем сейчас кушать много-много вкусно кушать. Поэтому ждем вас всех с нами покушать. Ты, кстати, можешь сидеть там, чтобы это тебе удобнее было. А я камеру здесь сбоку возьму. Не, ну хочешь сидеть со мной, просто тебе здесь маленький столик, тебе будет неудобно. Все. Так удобно, да? Да. Ты меня потом сфоткаешь, да, заставки, все. В общем, короче, заказала себе рамен, заказала себе жареный рис вкусный, шахан, или как так называется? Шахан. Шахан, да, водичный. Жареный рис. Да. Но он это жареный с этим, соевым соусом. Он соевым соусом жареный, плюс яйцом и курочкой, по-моему, уже. Я как-то заказывала очень вкусно. Вот. Станом, да, да? И я еще здесь не пробовала рамен, девочки, рамен. Вот. В общем, надо пожрать. В общем, все, что днем не доели, будем сейчас доедать. Так вот. Пожрем, пойдем. Ты не сказал без льда. И тебе со льдом принесли. Что? А тебе нравится? Мне лед лишний не нужен. Налей мне, пожалуйста. Поухаживай за женой, милый. А он себе 5 карри заказал. Пойдет. Что-то он по карри прям вообще залип. А я не хочу, я хочу вот именно этот. Хочу лапши. Я не пробовала. Здесь мисо рамен заказала как раз по рецепту именно Азава рамен. То есть такой профессиональный вкусный такой раз. Водичка. Коля. Спрайт. Коля, спрайт. Мне холодное не надо. Я не хочу брать. Ты трубочку не будешь пить? Нет, я трубочку не буду пить. Трубочка пить не буду. Короче, ждем. Ой, какой красивый рис мне принесли, смотрите. Вообще обалденно. И вот такая вот лапша. Ой, сейчас пожру от души. Да. А Вовану пока еще не принесли. Но будет другая. Сейчас я еще твою эту в кадр поставлю. И пускай думают все, что это я все сожрала в одну пару. Сейчас принесу твою штучку и все. Ой, такой вкусный. Видите, он с яичком жареный. С этим, как его называется, там соевым соусом, такой прям вкусный. Соевый соус. Аромат такой прям вообще. Ребяточки. Что-то я, знаешь, меня до сих пор качает. Я как сижу, как-то мне вот так вот до сих пор. Ля-л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 я
Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Давай, фотосессия. Ура! Капелька. О, смотрите, как красиво. Все, это все вам. Все. Весь стол. Ну все, приятного вам аппетита. Нам это. Еще мы тоже взяла это. Смотри.
Опять совершенно не остро. Это что, с курицей? Нормально. С курочкой. Не знаю, съем ли. Я буду стараться. Ну ладно, какая-то острая штучка. Он даже не разговаривает, он просто тупо ест. Я говорю, не успеваю даже разговаривать. Он тупо ест. Ест. Нет, лапша такая прикольная. Надо курочку сюда разделить. У тебя получается 3 кусочка, да, курочка? Да. 2? И 2 таких? Больших? Больше. А мне? Лапша остана. Кстати, я не знаю, что такое. То ли гриб, то ли что. На грибы похоже. Ты говоришь, порция большая. Ну что, небольшая, обычная порция. Сейчас обожжусь и буду радостна. Тогда мы не испортился еще. Че? Кадр. А я выкинула уже свою. Что-то я поняла, что я больше не хочу этого авокадо. Как-то для меня жирноват, густоват. Как-то хочется, знаешь, больше. Я помню, арбузный был выпил. Или тот же самый манго. Мне там манго, кстати, есть. И завтра надо утром. Завтра, может, на него не поедем. Не хочу что-то рано вставать. Не хочу куда-то рыпаться. Я сегодня не выспалась. Лучше завтра выспимся, где-нибудь погуляем. На морже посидим просто на пляжике и все, нормально. Мы сегодня так накупались, вот на этих каких волнах, да? Устали вообще. Посмотрим. Можно и, так сказать, отдохнуть. А если прям сгрустнется, можно там когда-нибудь купать. Я еще больше. Кстати, насчет басиков классная идея. Это мы еще один раз покупали. Может, знаешь, как классно? В первый день, грубо говоря, купаться, и в последний. Слушай, лапша классная. А на бульончик тебе хватит? Мне что хватит, отстань. Вот на рис не уверен. Ну, если что-то мне поможет, да? Но он уже всю свою карту сожрал. Господи, девочки, 5 минут прошло, он уже все сожрал. Потому что это немножечко тормозит, что у нас 20 минут видео. Он уже смотрит, он уже все. Что, блядь, чего он ходит в горы? Обалдеть. Представляете, 5 минут. 5 минут, точки, 5 минут. Обалдеть. С ума сойти. За 5 минут сожирание полное паре. Это он сегодня не обедал? Кормил целый день. Целый день не кормил. Так да. А ты что, не ел? А я изголодал. На одном кофе живу. Бедняжка. Так, жаль, так жаль. От души. Кушай рис мой тоже вкусный. Попробуй. У нас курочка как раз. Кстати, очень классно. Он такой рассыпчатый. С яйцом.
И с луком. С луком? И зеленый. Мне нравится, что он соевым соусом такой темненький. А что там курица? Вкусно. Все нормально. Думала, они все могут выкачать. Хрен их знает. Раньше что-то? Вкусно вообще. Ну, все, знаете, вот у нас в городе пробовали всякие ромены там и прочее. Мне кажется, у нас так вкусно ромен не готовят. Не знаю. Или прям обалденно. У нас тут все макароны. У нас, блин, могут обычно макароны кинуть. Или дешевак. Вот, вот. Да. И сам этот бульон, прикол, бульон. Не хочешь бульончик попить? Mm-hmm. Давай. Значок. Давай, давай. Ты сегодня выставляешь лук, да? Да. Хорошо. Ждаешь что-то? Да. А рис поможешь? Я подумаю. Ну, ложка. У тебя же ложка есть. Зачем ты ложка? Да. Хорошая идея. Ты вот так поставишь? Да. Мне или тебе? Ничего не жалко. Ой, все, я уже был. Ой, я съем. Давай. Хочу не съем эту водичку, да? Мы реально сегодня вообще не обедали. Вообще. Так вот, утром позавтракал, и то я как-то завтракал, да. Надеюсь, что победы на острове. А так мы победили. Надо было, знать что? Надо было на острове взять прям с собой этот салат. Mm-hmm. Вот, типа, чтобы с собой это было. Да, так, и на пароме. Ну, не на пароме, домой. Что-то я вот здесь не встречала, что так вкусно делала. Кстати, салат ему рекомендую. Чтобы соус только был. Ну и по традиции. Давай, кушай. Ну я не успеваю, ты как-то уже половину испорол. Нормально так. Как это предложение, немножко попробовать. Вот этот человек просто сжирает, у меня весь рис ёмный. Я взяла. Давай. Иди отсюда, да? О, надо вот так есть. Смотри, как я. Вперёд. Блюдо. Из этого таз, который я не знаю, что там. А, помнишь, это были в магазине, и там видели таз. Так, вот так надо есть. Это вот реально офигенно. Это вы подумаете, что я реально 5 килограмм до цвета взял. Блин, можешь играть? Сел 5 килограмм, ну вообще. Сел 5 килограмм на цвета. Если музыки нету, звука нету, подписывайтесь на ДЭН. Там все есть. Тут они три делают. А потом, ну, они, знаете, они прикладывают тарелочку и пиалочку. Получается такое красивое.
Давай. Ты будешь потом жаловаться, что я тебя не докормлю? Да. Я тебя не докормлю, я тебя закормлю. Знаешь, что хорошо? То, что ты вот, знаете, можешь не готовить. Пошел, кафешка. Недорого поел. Ну, пошла, сколько у нас? 252 кофе, да? И тут 270. Вообще недорого. Сейчас пойдем на массаж. Шикарно. Сгрустнуться, можем пойти там на колан. Все. Я все съела, напилась, наелась. Сейчас так лениво, да, массажку надо доползти. Это было вкусно. Вот курица все равно, здесь, знаете, такая вот, жирноватенькая. А курица это прям балдел. Суп вообще не жирный практически. Так, этот вот бульон, лапша. Причем лапша, как я поняла, они сами здесь делают, да? Кусочек небольшой вот этого, как окорока. Да. Вот. Какие-то грибочки, лучок, и все. Что-то. Еще есть лапша, где яичко приносит. Ну, я вот раз делаю так. Сейчас, по-моему, сам повар, да, официант? Это, по-моему, повар. Да. А он как официант сейчас работает? Это, кстати, маленький, да? Трое осталось. Мелкий такой, да. Которых по-английски это не бомбу вообще. Ну, там говоришь одного, но вообще не понимаешь. Их трое осталось. Ну, это, знаете, как это? Вроде взрослый мужик. А смотрится, как будто как это. Сзади можно подумать, какой-то школьник. И стройщик работает, видишь? Двое тут, один. Чек. Сейчас посмотрим, сколько нам будет все стоить. Получается, у нас есть карри. Я себе брала, получается, сет, рис и вот лапша. Водичка, и Вован взял это себе колу без сахара. Чек. Ужин нам обошелся в 401 бат. Мне кажется, это совершенно 400 бат, да. 400 бат в переводе на русские рубли, примерно 1100 рублей. Мы объелись. Считайте, как и супчик, как и лапша. Три блюда. Да, по сути, как японский ресторан. А вон вот карри вообще прям зашло. Я что-то не хочу, островато. Тяжеловато. Сейчас вот съела вообще много, хорошо. Я надеюсь, у меня не будет никаких там побочных эффектов. Вот, побочных эффектов не будет и так далее. Вот, чек можно показать. Вот, получилось 401. Да. Вот 2-3 фаунта, это как чаевые получается, они уже включены. Вот, можно еще добавить, если хотите. Но вообще, на самом деле, здесь уже все включено. Есть кафешки, где здесь это включено, а где-то не включено. Вот, у нас получилось, видите, как 120, моя рамен, хуанчи 60, вот этот вот рис. 150 карри у Вовки, Pepsi Max и вода. Все. Мне получилось 180 и, соответственно... 155 маленьких. А что-то я вроде с сетом заказывала, а что-то как-то нифига. Без сета. Без сета, да, получилось? Ну ладно. Короче, как-то так. Можно еще, кстати, вам оплатить QR-кодом. Это называется scan. Scan. Еще легко и просто. Ой, хорошо. А то что-то ехала, я так есть хотела. Я дома открыл холодильник, жрать нечего. Я думаю, привет. Грустненько так было.
Там придется что-то готовить. Дома-то как раз есть. А что там? Что-то готовить, там пельмени, котлеты. А дома, да. Кстати, у меня дома есть котлеты. 4 штучки, которые я заморозила. Я как, ну я же знала, что мы сюда поедем, да? И я специально 4 штучки отложила, чтобы мы могли приехать и в этот же день приготовить домашние котлеточки. Да. Вот. Да, сейчас водички допьем и пойдем. Вот такой вечерний вайб. Вот здесь вот. Да я спущусь, спасибо. Вечерний вайб. Видите, здесь возле 7-Eleven сидят люди. Вот очень много туристов, приезжих, которые экспаты здесь живут. Вот, и, соответственно, заказывают пивко и подбухивают тут. Здесь еще, кстати, по-моему, барчик такой, да? Вот. Пожалуйста, сходил, взял и сидят, бухают. Целый вечер. Хотела вам показать. Потом мы тут несколько раз проходили. А проходим мы сейчас через вот этот вот Жамтьен. Что-то кондик. Насквозь. Там сейчас сядем на тук-тук и до массажки. Иначе не успеем. Вот. Хорошечно. Такой вечер. Не жарко. Погода вообще отличная. Просто отличная. Вот. Так что такие дела. Все, мы сейчас на массаж. Отдыхать. После плавания. А потом домой. Вовку тупить в телефон. А я работать. Загружать вам ролики за целый день. Так что вот. Уже не забывайте нас подписываться. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А мы увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Ой, ребят, не могу вам не показать. Он собачка. У него задних лапок нету. И он бегает. Смотрите, как... Обалдеть. Я думаю, фига себе. Ой. Я думала, он попу вытирает. А у него задних лапок нету вообще. Блин. Ой. Знаете, прям интересными такими. Ну, не интересными, а грустными. Видели, как он на передних лапах шустро. Хоп-хоп-хоп-хоп. Мне кажется, он быстрее, чем обычная собака на 4 лапах. Вообще обалдеть. Блин, а собака-то, блин, аж дрожь какая-то вся, блин, по телу. Ну, он прям такой веселый. Бегает на передних лапах. А попой как будто как отталкивается. Вот. Вот такие моменты. Я говорю, знаете, вот когда идешь, какие-то моменты интересные подмечаешь. И хочется вам все снять. Я говорю, я уже 3-й раз с вами сейчас прощаться буду. Не знаю, если еще будет что-то интересно. Что за сниму? Там к массажке подходим. Вот. Чарли Бар. Кстати, нам тоже говорили в него сходить. Говорили, вроде неплохой. Вот, ну, а здесь в основном, знаете, как это? Выпить, закусить, потанцевать. Там туристы. Тоже. Прибухивают.